Глава Якутии Игорь Борисов наградил благодарственным письмом коллектив Якутского индустриально-педагогического колледжа за добросовестную организацию работы студенческого отряда. Ребята работают первый год. Этим летом они убирали и благоустраивали улицы промышленного округа. Честно признаться, я как бы не совсем ожидал. Конечно, как бы говорили, что один из отрядов получит знамя, но не ожидал, что это будем мы. С этого момента, как бы, скажем, я уже понял, что такое работа, что такое труд, как зарабатываются деньги, как наши родители зарабатывают деньги для нас, как бы для своих детей. Ну и как бы для меня, как для командира, как для будущего руководителя, это тоже как бы тоже полезно. В студенческом строительном отряде Якутского индустриально-педагогического колледжа 15 бойцов, а в следующем году планируется удвоить состав. Подобные отряды создаются для организации досуга, занятости студентов в летние каникулярные дни. А зимой они помогают в проведении культурных мероприятий. Отряд колледжа вообще работает с 2008 года. И ежегодно у нас происходит отбор студентов, желающих летом работать, провести свое летнее время, а также заработать. Ну, в 2011 году наш командир Тимофей стал лучшим бойцом. И он был приглашен на всероссийский слет студенческих строительных отрядов в город Омск. В 2014 году наш студенческий строительный отряд «Эль-Лей» стал победителем, лучшим отрядом среди строительных отрядов среднего профессионального образования. И вот в 2016 году тоже наша организация стала победителем именно вот в организации работы строительных отрядов среднего профессионального образования. Студенческие строительные отряды, безусловно, сплачивают молодежь. Ребята общаются, дружат и начинают ценить труд.